Мария Горбань очень любит путешествовать и щедро делится с подписчиками своими фотографиями, демонстрируя роскошную фигуру в купальниках. А часто делала даже провокационные фотосессии. И у нее на это есть полное право, ведь актриса – обладательница поистине идеальных форм. При росте 172 сантиметра она много лет держит одинаковый вес в 55 килограммах. Из-за постоянных занятий спортом у Марии нет ни целлюлита, ни каких-либо других проблем, с которыми ежедневно борется большая часть женского населения планеты. Но недавний снимок, который выложила актриса со своего отдыха на острове Шри-Ланка на страничке в Instagram, по-настоящему напугал ее фанатов. Они пришли к выводу, что Мария выглядит уже не стройной, а изможденной. Поклонники пришли в ужас от нового снимка Горбань в купальнике, который подчеркивает, как исхудала актриса. Это уже анорексия. В фильме была красотка, а тут кошмар. Что с ней? Божечки, какая вы худенькая. Караул, перестаньте худеть, это уже выглядит страшно. Прокомментировали фотографию фанаты. Сама актриса пишет, что чувствует себя прекрасно и ее все устраивает. На острове актриса не только загорает и купается, но и ведет активный образ жизни. В частности, занимается любимым серфингом, к которому ее пристрастил муж Кирилл Зоткин, являющийся профессиональным серфером. К слову, вторая специальность Кирилла – фотография. Именно поэтому у Маши не было проблем с профессиональными фотоснимками. Маша очень гордится видео и фото, которые делает Зоткин, и называет его не иначе, как «мой визуальный гений».